А чего вы после каждого из слова ставите точку? Застряла точка, на точка, четвертый точка, ступени точка, дальше точка, нет точка, получается точка, мне точка, нравится точка, школа точка, в чем точка, ошибка точка, моя, после моя восклицательный знак, последняя точка, время точка. Так и надо читать, часто срываюсь на маму и на сына, прихожу, 60 ю, сангаю, не проходит, что мне делать, обращаться к неврологу, спасибо заранее. Вся ваша проблема заключается в том, что вы считаете, вы страдаете, как ни странно, от внутреннего эгоизма. Вы придумали себе, что вы особенная, имеете какие-то определенные качества, заслуживаете больше внимания, заслуживаете больше, и себе объясняйте, почему это происходит. Самая простая практика, которая изменит вас тотально, это слова «я никто, они никто», «я ни при чем, они ни при чем». Садитесь и используйте это как мантру. Берите четкие вот такие и произносите «я никто, они никто», «я ни при чем, они ни при чем», «я никто, они никто», «я ни при чем, они ни при чем», «я никто, они никто», «я ни при чем, они ни при чем». И у вас появятся и энергии, и возможности, и силы. И будут получаться практики и так далее, и так далее. Дело в том, что когда вы имеете претензии, это выросший эгоизм. А когда вы обижаетесь на людей, это чрезвычайные обвинения, которые у вас есть, но вы молчите. Знаете, очень часто я говорю такие слова. Хотите, чтобы жизнь была счастливой, если вы мужчина? Не говорите вслух своих претензий и обвинений женщинам, которые живут с вами. Женщина достойна только восхищения. Говорите слова только восхищения. Никаких претензий, никогда, переучивайтесь. И жизнь будет прекрасна.